хотел по возможности снимать экшн-сцены без дублера. Его не волновало, крупный это или общий план. Он хотел сам быть центром сцены. Конечно, сцены вышли крутыми, но в итоге он все равно получил травму. Это случилось во время съемок 14-го эпизода. Я чувствую вину перед режиссером. Он знал, чего я хочу. Я старался сделать экшн-сцены идеальными. Знал, чего мне не хватает, и старался еще сильнее. Но режиссер считал, что это опасно. Вдвоем против целого мира я так улыбалась, возвращаясь домой.